Юбилей известного кинооператора Анатолия Мукасея отметили участники и гости фестиваля «Вечем». Творческий вечер собрал в зале филармонии звезд российского кино, его самых преданных поклонников и нашу съемочную группу. Главные герои творческого вечера не прячутся от глаз зрителя ни на секунду. Супруги Дружинина и Мукасей, которому в июле этого года исполнилось 80, юбилей празднуют здесь, на сцене филармонии. В этот день лучший подарок от новгородцев – это буря аплодисментов. А от коллег по киноцеху – добрые слова в адрес виновников. А слова, как известно, из песни не выкинешь. А что она? Да что она? Да Мукасея это дрянь. Михаил Боярский в нашем городе гость частый и горячо любимый новгородцами. Народный артист ежегодно радует своим визитом на кинофестиваль «Вече». Поэтому многие земляки могут спокойно заявить, что знакомы с Д'Артаньяном лично. Сам Боярский признается, приезжает к нам каждый раз с большим удовольствием. Мол, чувствуется здесь русский дух, да и кормят артиста в Новгороде знатно. Кормят очень хорошо, вкусно, действительно. Русскую кухню я обожаю, я на ней воспитан. А что-нибудь новгородское пробовали, там пельмени с судаком? Нет. Я щи, первое для меня основное, вкусный хлеб, это основное, картошечка, селедочка, вот моя еда основная. Она практически есть везде, ну а здесь она достойно представлена. Герой, еще не видевших свет четвертых гардемаринов, Федор Добронравов, больше известный зрителю по сериалу «Сваты», традиционной местной кухни отведать не успел. Зато от души посмеялся над пятничной шуткой новгородского водоканала. Вы как это вообще пережили? Стойко. Конечно, это неудобство, не конец. Ну, что делать? Не привыкать? Я много езжу по стране. И частенько попадают в такие ситуации, где нет света, нет воды. Так же легко и на позитиве себя чувствовали зрители творческого вечера. Любимые артисты читали со сцены стихи, травили анекдоты и, конечно же, пели. В рамках кинофестиваля «Вече» такие встречи больше всего ценятся новгородцами. Ведь они скорее напоминают вечер в кругу старых друзей, которых каждый год ждут в гости верные зрители. Людмила Александрова, Петр Самусов, новости Новгородской областной телевидения.